Данный налог вводится и ведет не к повышению налоговой нагрузки на граждан, а именно вводит принцип справедливого налогообложения. Действовавшая до этого норма закона была принята еще в 1991 году и устарела. Поэтому с 1 января 2015 года в 22 регионах России, в том числе и в Татарстане, исчисление налога на имущество физлиц будет осуществляться, исходя из его кадастровой стоимости, которая максимально приближена к стоимости рыночной. Причем льготные категории граждан, освобожденных от уплаты налога, не изменились. Это герои СССР, Российской Федерации, участники Великой Отечественной войны, гражданской войны, афганцы, бывшие военные, члены семей военнослужащих, инвалиды первой и второй групп, пенсионеры, чернобыльцы и другие. Среди основных изменений – введение нового понятия – объект незавершенного строительства. За недостроенный дом теперь тоже придется платить. Как и за садовый домик, дача отныне приравнена к жилому дому с аналогичной ставкой налогообложения. Многие наши граждане, к сожалению, зарегистрировав свой объект как объект незавершенного строительства, не платили налог на имущество физических лиц. Сегодня, значит, при регистрации незавершенного строительства также будет по кадастровой стоимости облагаться этот объект и уплачиваться налог на имущество физического лица. Платить налог по-новому нужно будет в 2016 году. Узнать точную кадастровую стоимость квартиры, гаража или дома можно на сайте Министерства земельных и имущественных отношений. Адрес на экране. Сергей Шерстнев, Роман Фенин, телеканал «Эфир».